have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Посмотрим мы сегодня на Лайку. Посмотрим или будем проходить, я еще не уверен. Как обычно, новая игра, новый взгляд, как оно будет, посмотрим. Предупреждение было, что игра содержит крайние сцены насилия, крови, грязи, самоубийства, жестокости и всяк такое, так что готовьтесь. YouTube, надеюсь, ты поймешь. Понравились пара роликов в Steam, понравились скриншоты. Без понятия, как это все играется. Там, где все было потеряно. Итак. Папи. Мама. Мама. Папи, не плачь, что? Птицы распяли дружка, воет, повесили его на собственных кишках. Начало у нас, конечно, да, милое, не может быть. Дядя Джейкоб рассказал, у дружка был вспорот живот. Дядя еще с тобой? Он только что ушел с твоим пистолетом. Иди к бабушке, я скоро вернусь. Ярость и печаль. Найти Джейкоба. Открыть журнал. Выглядит все, конечно, да. А что это за мешок с чем? Карта. Статуса никакого нету, предметов нету, журнал. После как птицы убили его сына, дружка, Джейкоб взял мой пистолет и пошел с ними разбираться. Как только папе мне об этом сказал, я поняла, что мы обречены, потому что Джейкоб для меня как брат, но что еще важнее, дружок, названный брат моей дочери папе. Трагедия заставит его быстро повзрослеть, и в этом мире меня ничто так не пугает, как то, что папе вырастет. Ускоряйтесь, нажав W. Как-то вращаться в воздухе я вроде не могу. Посмотрим, может быть, я чуть попозже перейду. А, вот, можно балансировать, вы просто мне до этого не позволяли. Может, я позже перейду на геймпад? Главное не перевернуться в таких моментах. Мне это немножечко сейчас по механике напомнило... На Switch есть игрушка Trial Racing. Так, как она? А как я могу это читать и ехать одновременно? Просто не доехал до дома, расфигачился головой. Я не уверен, хочу... Мне придется, наверное, в игре делать это с разгону, заезжать на такие вот места, но пока что я буду аккуратненько. Так, ребят, тогда получается насчет насчет чтения субтитров, наверное, справляйтесь сами, потому что я не уверен, что я смогу одновременно и сосредоточиться на игре. Назад, назад, ну там же был проезд назад явно. Дерьмо. Так, а я... Короче, а почему так? Смотрите, в чем прикол. Чтобы ехать вперед, W. Но чтобы идти вперед, это D. Игра, зачем ты так делаешь? Сделай уже универсально или вперед... Только что нашла, дружка. Это правда? Его повесили на собственных кишках? Ну, типа... Ну, тебе лучше не знать. А, Джейкоб, у него выключена рация. Его нигде не видно. А... Просто карту... Просто карту можно вызывать. Хорошо.
зажмите пробел, чтобы дрифтить и менять направление движения мотоцикла. Это, да, я понял, это не делается сразу. Просто поддрифчиваешь. Контрольные точки нажмите, чтобы взаимодействовать с костяным мемориалом. Вы снова поедете здесь, если... Я уже один раз погиб, спасибо. О, мне кажется, я чеканусь так делать. Торможение. Нажмите, чтобы затормозить. Нет! На месте это тоже работает. Стой. Почему нельзя ехать назад? Ну, то есть... Почему у этой штуки нету задней передачи? Есть только торможение. Я должен отвечать как-то на это, успевать. Вы чё? Нет, скорее всего, если мы будем это проходить, то следующая серия будет с геймпадом. Мне кажется, да, я так чеканусь. Это одной рукой все надо делать. Ну, то есть, пока что... Давайте я сохранюсь тут. Как я вовремя, блин, просто сохранился моментально. Так. 50 миль. Выглядит на самом деле игра шикартоснейшая просто. Поднимите переднее колесо, нажав на А или Д, чтобы перейти на верхний путь. А, так. Дохнуть мы здесь будем много. Да и... Хорошо, спасибо. Да откуда ж такая чувствительность-то страшная? Я нажимал, не на... Игра, успокойся. Дю-дю-дю, я! Не беси меня! Ну, да иди ты в жопу. Нужно нажать определенное количество усилия, потому что иначе ты или перевернешься. Это же должно динамично происходить, но динамично не получается, потому что ты сдохнешь, если все будет динамично. Опять же, читайте сами, ребят. Тут просто не успеешь ни это. Динамично, возможно, получится с геймпадом. Посмотрим, как пойдет. Возможно, я продолжу. Короче, у меня есть сейчас опции. Поэтому, возможно, я продолжу прохождение на компе с геймпадом. Или, возможно, перейду на другую платформу. Тоже с геймпадом. У меня уже рука просто отваливается, учитывая, что это все левой рукой, и все эти действия нужно произвести. Я надеюсь, там оно как-то переначено немножечко. На геймпаде. Посмотрим. Я уже всех задолбал, я понимаю. Там, где эти птицы. Пейзажи здесь, конечно, офигенные. Вот эти ульи, мне кажется... Что-то значит. Мне бы пушку какую-то на самом деле. Я думаю, что пушку я получу, когда...
Конечно, я заберу свой пистолет обратно. Только с разбегу надо заезжать, да? Печально, что нету просто заднего хода. Не спрашивайте, как я сейчас это провернул. Этот сундук явно мне нужен, он очень сильно выделяется. Я думал, что я нашел какую-то нычку. Фиг там. Так, мне нужно решить головоломку, чтобы запустить этот лифт. Развернись. Сохранение лишним не бывает. Блокировка пуль. Вы можете блокировать пули своим... Нет! Да вы что, я бомбану, если это так будет. Охренеть! Нет, не отсюда! Вы что? Нет! Это же импосибру! Ну, как бы, да, это возможно, но это ж... Хорошо, что они стреляют по одному разу. Нет, не по одному. Сохраниться. Ой, это дирижабль прикольный, я только сейчас это увидел. Отражать пуль. Нажмите, когда вражеское поле почти до вас добралось. Перезарядка отражения. Сделайте сальто вперед. Отрежьте, чтобы восстановить способность. Вперед! Вперед! Да, я понял. Для сальта мне надо развернуться. На! Рано! Да я понял, понял. Вот эта вот табличка перед сальто вперед, она ужасно бесит. Потому что... Молодец.
Зачем мне это? Я понял. Дайте сохраняшку, спасибо. Джейкоб, беспашно идешь, что ты надел? За меня убили дрожка. Если бы я лучше следил за ним. Если бы он никогда не выходил из деревни. Умираешь. И отрезали ему уши, язык. Они вырвали ему ногти и воткнули в глаза по одному. Пойдем, хочу, чтобы ты умер дома. Они создали военную машину, похожую на 100 голодных клювов. Лайка. Она убьет наш народ. Где она? Дальше, где-то внизу. Верни мне пистолет. И включи свою гребаную рацию. Ярость и печаль. Задание обновлено. Убейте сотню голодных клювов в глубине бункера. Я думаю, что мы пока что на этом остановимся. Игрушка мне очень понравилась, но, черт побери, в это надо будет поиграть, в следующий раз подключить геймпад, потому что клавиатуру... Ну, это беда большинства современных игр, инди-игр и больших проектов, которые говорят, конечно, ты можешь играть и на клавиатуре, можешь играть на геймпаде, просто мы рекомендуем на геймпаде. Нет, вы не рекомендуете на геймпаде, вы делаете геймплей на клавиатуре абсолютнейше невозможно. Можно было бы сделать бинт кнопок гораздо лучше и удобнее, чтобы, например, ты ездил правой рукой на стрелочках, а левой рукой выполнял бы там всякие вот эти вот трюки, стрельбу, блокировку. Это было бы гораздо удобнее, чем весь бинт перегружать на левую руку, чтобы ты и ехал вперед, и балансировал, и отражал, и разворачивался, и все это чертовски неудобно. И это сделано не потому, что игра плохая, а потому что разработчики хотят тебя вытолкнуть из территории геймпадов. Я понимаю, что это платформер. Кроме всего того, что это платформер, платформеры лучше играются на геймпадах, я понимаю. Но вы хотя бы постарайтесь сделать нормальный бинт на клавиатуре, оно будет нормально играться, как, например, тот же Ori and the Blind Forest. Я его полностью первую часть проходил на клавиатуре, это было удобно. Короче, такие претензии. Но игра хорошая, я думаю, что мы продолжим. Вообще пишите, что вы о ней думаете. А пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа. Всем ладушек, всем покеда.